На Ямале определили, на каких видах транспорта должна быть установлена система ГЛОНАСС. Губернатор Дмитрий Кобылкин подписал соответствующее постановление правительства округа. Документ предполагает поэтапное оснащение навигационной аппаратурой пассажирского транспорта и автомобилей, которые перевозят опасные грузы. Отдельно оговаривается, что в пассажирских микроавтобусах с количеством мест не более 8 установка ГЛОНАСС начнется с января будущего года. Добавлено, сегодня более 80% пассажирского транспорта на Ямале уже под колпаком. Систему навигации установили и примерно на четверти грузового спецтранспорта.